Здравствуйте, это канал компании Vio Telecom. Меня зовут Вадим Калинин, и сегодня мы представим вашему вниманию одну из самых бюджетных радиостанций в диапазоне 400 МГц. Называется модель Ratio R100. Вот она в собранном виде так вот выглядит. Поставляются они по одной штуке. Станции профессиональные, у них нет ни дисплея, ни клавиатуры. Только сверху выбирается 16 каналов памяти. И кнопка передачи и одна программируемая кнопка. Больше ничего нет. Соответственно, это удобно для тех пользователей, которые работают на одном из 16 каналов. Нет возможности у них сбить какие-то настройки, сломать дисплей, слушать радио и так далее. То есть, в первую очередь, данные радиостанции предназначены, скажем, для служб охраны, для работников склада, для работников каких-то небольших территорий, какого-то обслуживающего персонала. Почему небольших? Потому что у станции выходная мощность максимально 2 Вт. То есть она предназначена для, если в зданиях она будет работать, то этажей до 10 мы рекомендуем. Если она будет работать на открытой местности, то где-то до 2 км. По своей стоимости она близка, скажем, радиостанциям Motorola серии TLKR даже, то есть безлицензионным любительским станциям. Они идут по 2 штуки в комплекте, а стоимость этих двух станций по одной сравнима со стоимостью комплекта серии TLKR. Вот, то есть ассортимент мы расширяем, и теперь как в верхний ценовой диапазон есть предложение от нашей компании, так и в нижний сегмент. То есть вот данная станция будет одна из самых дешевых, если вам требуется небольшая дальность, но профессиональное исполнение. Так, начнем, как обычно, с комплекта. То есть станция поставляется вот в такой картонной белой коробке. В комплекте идет следующая инструкция, краткая на русском языке. Тут особенного ничего нет, все, в принципе, делается через программное обеспечение, поэтому там подчеркнуть что-то полезное особо не получится. Винты для крепления клипсы поясной. Далее антенна портативная, она вот такая, где-то около 10 сантиметров у нее длина, диапазон частот 400-480 мегагерц, то есть она не настраиваемая, весь диапазон сразу, то есть и в безлицензионный LPD, и в диапазон PMR, или если у вас есть выделенные частоты, то она перекрывает весь диапазон 400 мегагерц. Далее поясная клипса пластиковая с металлическим креплением. Аккумуляторная батарея. Аккумуляторная батарея, у нее идет емкостью 1200 мАч литий-ионного исполнения. Учитывая мощность в 2 Вт, работы радиостанции от одной зарядки батареи должно хватать на полную рабочую смену 8-часовую. Далее также в комплекте идет зарядное устройство настольное. Выходное напряжение у него 5-вольтовое, 300 мА оно употребляет. Шнур у нее несъемный, то есть запитать там, скажем, в автомобиле где-то не получится с помощью этой зарядки. Ну и сам приемопередатчик. Он оформлен или сделан на металлическом шасси. Сейчас я станцию соберу. Контакты аккумуляторов закрыты резиновым уплотнителем. Собирается станция жестко, то есть никаких лифтов нет, несмотря на бюджетную стоимость, собрана она очень хорошо. Пластик качественный. Крепление аккумулятора надежное. Вот она, батарея аккумуляторная, крепится на полозьях станции и фиксируется вот таким кнопкой держателя. Вот видите, она ходит. Пластик здесь
толстый, то есть со временем никаких проблем не должно быть. Единственное, что вот в эту часть, раз она открыта сверху, может попадать какой-то мусор, грязь, и могут начаться проблемы с самим открыванием данной кнопки. Ну, время покажет, станции новые, то есть мы их еще по длительной эксплуатации пока ничего сказать не можем. Время, соответственно, все расставит по местам. Далее, антенный разъем на станции стоит SMA-вилка, что хорошо, потому что антенн с SMA-розетками гораздо больше, чем с вилками. Вилки фактически только у верхних стандартов выпускаются. Так, посередине стоит переключатель каналов, с края стоит регулятор громкости и он же включение радиостанции. На передней панели находится динамик, он полуваттный, то есть 0,5 ватта у него номинальная звуковая мощность. Также на передней панели установлен микрофон. Слева располагается кнопка передачи резиновая и нижняя кнопка дополнительная. Она по умолчанию служит кнопкой отключения шумоподавителя. У станции есть 2. Голосовое 4. Оповещение на русском языке о каналах. Аксессуарный разъем у нее соответствует или подобен радиостанциям аналоговым Kenwood, то есть двухконтактный разъем. Через этот разъем подключаются гарнитуры и программируется станция также через него. Теперь по поводу конкуренции. Да, мы вот много продаем радиостанции Lira, и бюджетная станция также есть у Lira, называется она P112L. Она гораздо меньше по габаритам, выходная мощность у нее также 2 ватта. Аккумулятор у нее литий-ионного исполнения, но на 2 ампера, то есть у рацио 1200, здесь 2 ампера. По чувствительности они одинаковые, то есть 0,2 микровольта и у той, и у другой станции. То есть по дальности связи они будут примерно одинаковые, по длительности работы Lira будет получше. Ну и по габаритам она поменьше. И еще преимущество, хотя со временем, может быть, это, конечно, оно нивелируется, но у Lira сейчас мы можем гарантировать высокую надежность. То есть мы станции поставляем уже несколько лет Lira, и никаких претензий по надежности, по каким-то там проценту брака к ним нет. То есть станции очень надежные, их используют охрана, строители, магазины, то есть много. Большое количество категорий пользователей, никаких нареканий по станциям нет. P112 модель популярная, P210 тоже очень популярная модель. Ну, а у этой станции время покажет, насколько она надежна. По внешнему виду претензий, в принципе, тоже к ней никаких нет. По поводу качества радиосвязи. Давайте я по четкости речи сейчас тогда скажу, попробую. Допустим, шестой канал, да, две станции мы одинаково включим. Один. Ну вот, на этом канале помню. Сейчас я продемонстрирую этот документ. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальности связи. Точнее, громкости связи будет хватать.
в большинстве случаев. Если динамика 0,5 ватта будет недостаточно, то можете использовать всегда дополнительную гарнитуру. Четкость речи, по-моему, тоже вполне на уровне, поэтому для такой стоимости все вполне прилично. Ну, более подробные технические характеристики и инструкция пользователя есть у нас на сайте, ссылка будет под видео. У кого есть вопросы, задавайте, подписывайтесь на канал. Всего доброго, спасибо за внимание.